Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. И всем привет, народ! И тут стало известно, что презентация iPhone 7 пройдет уже в следующую среду. Компания Apple разослала приглашение на презентацию, которая состоится в следующую среду, 7 сентября в Сан-Франциско. Самыми ожидаемыми новинками этого дня должны стать новые модели iPhone. По слухам, Apple должна представить три смартфона: обычный iPhone 7, его увеличенную версию iPhone 7 Plus и продвинутый iPhone 7 Pro с двойной камерой и новым разъемом на задней стороне, как в iPad Pro. Однако считается, что компания решила отказаться от iPhone 7 Plus и выпустить под этим названием iPhone 7 Pro. Ожидается, что основное внимание будет уделено именно продвинутому iPhone 7 и его уникальным особенностям. Например, на приглашении можно увидеть эффект боке, что может быть прямой ссылкой к фотовозможностям двойной камеры. Также есть вероятность, что вместе с новым iPhone будут анонсированы смарт-часы Apple Watch второго поколения с улучшенными характеристиками и большим числом сенсоров. Не исключено, что компания может показать и новые компьютеры, но вероятнее всего это случится позже осенью на второй презентации, где представят новое поколение планшетов iPad. Вот такие вот дела, ребятки. Всем пока! Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.